На следующей неделе в Башкирию придет теплая погода. Однако ночами будет по-прежнему прохладно. Местами жители республики ожидают кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы и град. Порывистый ветер. Уточнили синоптики Башгидрометцентра. Все-таки лето постепенно наступает. И преобладающая температура ночью ожидается 8-13 градусов. Дневная температура 21-26. К сожалению, в четверг несколько понизится, 18-23. Но в целом местами сохранятся грозовые дожди. И днем возможно усиление ветра до 17 метров в секунду. Но все-таки это уже более теплый фон температуры.